Вы смотрите «Вестник Северодвинска», и мы продолжаем. Сегодня ночью в Архангельске экипаж неведомственной охраны выехал в кафе на Ленинградском проспекте. Оттуда поступил тревожный сигнал. Один из посетителей вместо 5000-й купюры пытался расплатиться по счету билетом банка приколов. 27-летнего мужчину задержали. О происшествиях в Северодвинске расскажет Александр Петровский. Спонсор рубрики «Протокол» – строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест». «Аквилон Инвест» 46-50-54. Весна. Пора гнездоваться. Только в мае купи квартиру в «Аквилон Инвест» и получи в подарок до 300 тысяч рублей. Выбирай, как их потратить сам. Закажи отделку или получи скидку на квартиру. Звони 46-50-54. Код города 8182. Приходи. Северодвинск, Морской 15, третий этаж. Мы работаем без выходных. В Северодвинске задержали серийного велосипедного вора. Свои действия он объяснил нехваткой денег. Был установлен гражданин, житель города Северодвинска, 90-го года рождения, на который задокументированно совершил, скажем так, 5 фактов хищения велосипедов. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В свою очередь сотрудники полиции призывают не оставлять велосипеды на ночь на улице и даже в подъезде. Накануне в Северодвинске загорелся дом на Полярной 3. Выгорела одна квартира площадью 30 квадратных метров. По предварительной информации, причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Дом предназначен к сносу, однако доступ в него свободный. Музыка очень плохо. Дети постоянно ползают. Дом сухой, куча опилка. Хорошо, быстро поехали. Этот пожар здесь уже второй по счету. Пострадавших нет, материальный ущерб не причинен.